Так, меня зовут Шарафутдинова Диана. Сегодняшняя наша тема – я новичок, с чего начать. У многих на самом деле есть такая проблема, да? У всех, даже директоров, бриллиантовых директоров, исполнительных директоров, был такой вопрос в самом начале пути. Поэтому сегодня мы рассмотрим именно данную тему. Есть вообще новички остаться? Плюсики, пожалуйста, новички, кто есть? Привет, привет всем. Есть новички? Или те, кто недавно в бизнесе? Все есть, да, круто. Значит, сегодняшняя тема для вас самая актуальная будет, а те, кто уже давно в бизнесе, значит, просто послушайте, может быть, что-нибудь интересное для себя узнаете. Итак, поехали. Как вы уже знаете, мы начинаем... Вот еще новичок. Круто. Ребят, наш бизнес начинается с регистрации. Если вы в вебинарной комнате, значит, это у вас уже... Этот пункт у вас уже был, да, регистрация, у вас уже есть личный кабинет. После этого обязательно, пожалуйста, не забудьте загрузить свой паспорт для того, чтобы пройти верификацию и подтвердить свои данные. Это нужно сделать обязательно. Новички, проверьте свое, то, что вы загрузили или не загрузили. А партнеры обязательно проконтролируйте своих новичков, которые приходят в бизнес, чтобы они тоже своевременно сделали именно этот пункт. Ребят, на самом деле... На слайде можете не обращать внимания, это только у меня как шпаргалка, потому что обычно все накидала и все. Активация номера в течение 72 часов. Почему это важно делать? Потому что это очень выгодно. Во-первых, у вас будет бесплатная регистрация, 42 рублей вы не платите, и плюс еще у вас доставка бесплатная. Этим, конечно же, нужно обязательно воспользоваться. У многих новичков есть такое, даже вот у меня вот недавно пришел новичок, и был такой вопрос. Регистрация прошел, активация прошел, где мои деньги? Ребят, у вас бывает такое, когда вот именно сразу же говорят, а где мои деньги, когда я их получу? Сталкивался кто-нибудь с таким вопросом? Ребята... Давайте активно писать в чате, как удобно будет нам с вами общаться. Да, было не только у меня, да, не только мне задается такой вопрос. Может быть, у новичков до сих пор есть в голове такой вопрос, где же мои деньги, когда же я их получу. Смотрите, все мы сюда приходим осознанно, да, строить свой бизнес. Это не наемная работа. На наемной работе вы проходите сначала там 2 недели или 10 дней, там, я не знаю, такой период, забыла, как он называется, стажировка, да, по-моему. Потом вас уже ничего не сделали, доход нужен, да. Многие просто не понимают, это не наемная работа, ребят. Вы должны понять, что вы пришли сюда строить бизнес. Сколько вы сделали, сколько вы построили, сколько и заработали. Есть маркетинг-план в компании. Пожалуйста, вы можете его выполнить за 1 месяц. Какой доход вам нужен? Посмотрели, выполнили вот этот план. И, конечно же, сразу же получили свой доход. Такое тоже возможно. И здесь еще нужно понять то, что это ваш бизнес. Это не бизнес вашего спонсора. Спонсор вас информационный. Он строит свой бизнес, вы приходите строить свой бизнес. Здесь никто ни на кого не работает. У спонсора требовать деньги не нужно. Поймите одно такое вот маленькое прям... Помните, да, то, что у нас спонсор, вот все привыкли просто, да, то, что спонсор, это значит спонсировать деньгами. Здесь нет, здесь спонсор, он информационный, он дает вам ту информацию, которая необходима, потому что если у вас уже есть спонсор, который вас пригласил, значит, он уже проходил обучение, он уже изучил информацию и
и с этой информацией он может именно с вами поделиться. Поэтому спонсор здесь информационный. Слушайте своего спонсора, чтобы быстрее выйти на доход. Когда вы поймете, что вы пришли зарабатывать на себя деньги, только тогда у вас пойдет рост. Никогда не думайте, что здесь вы на кого-то работаете, и тут из-за там что-то, из-за вас там что-то получает. Нет, ребят, каждый строит свой бизнес. Смотрите, после регистрации я своим партнерам, своим новичкам сразу же даю вот такую таблицу. У кого нету, обязательно я скриньте. Кому надо, я смогу скинуть. Сейчас и потом, да, либо же можете мне написать, для чего она, эта таблица нужна. Каждый приходит сюда за своим. Кто-то приходит за 20 000, да, кто-то приходит сюда за машиной, кто-то приходит вообще сюда не за деньгами, да, просто за путешествиями, за стилем жизни и так далее. Вот. Кто-то приходит, чтобы зарабатывать 100 тысяч, кто-то приходит зарабатывать 500 тысяч. Поэтому вот эту таблицу нужно изучить сразу же изначально после регистрации и понять, какой доход вам нужен. Даже если вам на данный момент необходим только 20 тысяч доход, на этом не останавливайтесь. Вам нужно сесть и рассчитать свои желания и цели. Не то, что вы можете себе на данный момент позволить, а то, что вы бы хотели иметь на самом деле в этой жизни. Не квартиру, на которую вам хватает денег, да, или на что вам одобрили ипотеку и так далее, не та машина, которую вы просто для себя смогли позволить, а именно какую хотите. После этого вы поймете, какой вам нужен доход, чтобы вот это вот все реализовать уже в жизни, да, чтобы осуществить. После этого вы уже можете поговорить со своим спонсором, сказать, вот мне бы было комфортно получать такой-то доход. После этого вам ваш спонсор объяснит, как можно выйти на такой доход, что нужно для этого сделать. Даже если ваш спонсор пока не зарабатывает такие деньги, но он уже знает, как можно это сделать и как можно зарабатывать такие деньги. Ребят, самое главное, поймите, то, что это ваш бизнес, и то, что спонсор за вами не должен бегать. Если вы хотите расти и зарабатывать, это значит, в ваших интересах, и вы сами должны задавать своего спонсора вопросами. Если вам спонсор дал посмотреть какое-нибудь видео, вы посмотрели и должны сами написать ему, да, то, что я посмотрел, что нужно дальше делать. Не сидеть и не ждать, пока вам спонсор напишет, посмотрел ты это видео или нет. Мы же здесь сами все взрослые люди, да? Мы пришли сюда не в первый класс. После направления новое, здесь все равно у вас уже голова на плечах есть, какой-то опыт в жизни с плечами тоже есть. Поэтому, ребят, самое главное, чтобы быстрее становиться, быстрее начать зарабатывать деньги в ваших интересах, доставать своего спонсора. Посмотрели, спрашивайте дальше, что мне дальше делать, дай мне еще что-нибудь. Я вот это не понял, какие у меня дальнейшие действия и так далее. Только тогда спонсор будет с вами активно работать, и только тогда у вас будет рост быстрый. Если вы будете сидеть и ждать, пока вам спонсор напишет, возможно, он никогда не напишет, потому что он может подумать, что вам ничего не нужно, да, то, что вам деньги не нужны. Как говорится, если человек сам не хочет, зачем ему помогать? Ребят, вот это вы должны понимать. Я на самом деле сама работаю только с такими людьми, которые меня сами достают. Да, потому что зачем навязываться людям, если им это не надо? Как заставить ребенка, если он не хочет кушать, что ему дать, да, мы это стуком заталкивать, что ли, зачем? Есть люди, которым это реально нужно, лучше можно уделять время свое, да, потому что у всех время, оно драгоценное, не бесконечное, поэтому намного легче работать с теми партнерами, кому это нужно. Вот это вы должны понять изначально, когда только-только приходит сюда делать свой бизнес. Так, что нужно сделать, да? Обязательно в самом начале нужно посмотреть суть бизнеса, да, презентацию бизнеса, видео. Вам спонсор показал презентацию бизнеса. Вроде бы вы поняли,
но все равно не до конца. Обязательно нужно посмотреть минимум 5-10 презентаций разных спикеров. Почему разных? Потому что все спикеры рассказывают по-разному, преподносят информацию по-разному. Каждому человеку понятнее слушать информацию того человека, который ему именно по душе. Кому-то нравится слушать таких прям активных советчиков, кому-то нравится просто грамотный, прям который рассуждающий, да, кому-то нравится презентации, которые прям сразу же рассчитывают и так далее. Поэтому, ребят, обязательно нужно посмотреть минимум 5-10 презентаций. Только тогда вы поймете полностью суть бизнеса. Следующий. Обязательно нужно почитать книгу «Бизнес-трафарет». Она небольшая, она как маленькая методичка, как маленькая брошюрка. Можно почитать эту книжку за один день. Книга «Стань профи» тоже очень классная, тоже можно почитать за один день. И, конечно же, ежедневное обучение. Пока вы не учитесь, пока вся информация для вас новая, вы должны каждый день обучаться и изучать информацию. Это то же самое, да? Вы пришли в университет, чтобы получить образование. Только в университете вы обучаетесь 5 лет, потом только идете работать, и то, возможно, вообще не по специальности, да? А здесь мы обучаемся и параллельно сразу начинаем строить бизнес и зарабатывать деньги. Поэтому обучаться, ребята, нужно обязательно каждый день, не только на вебинарах, которые проводятся у нас внутри проекта, но и дополнительно сами искать какую-то информацию. Если у вас нет понятия, например, именно по какому-то направлению, рекрутинг у вас не идет, или СО у вас не идет, или личный бренд не идет, да, или вы не можете человеку рассказать презентацию бизнеса, вы должны для себя это выбрать, да, именно это направление изучать. У нас обязательно вы все должны знать все направления касаемо бизнеса, да, потому что все вопросы, все пункты, они нам нужны для строения бизнеса. Вот. Здесь еще самое такое, прям вот мне нравится, то, что здесь мы выходим не только индивидуальными предпринимателями, да, здесь мы всему обучаемся. Элементарно проводить вебинар. Когда я пришла тоже в бизнес, для меня это было страшно проводить вебинар. Я готовилась, наверное, целый месяц. Это сейчас я могу за час раскидать все, да, написать и рассказать быстро. Могу даже вообще без слайдов выйти и рассказать за ту или иную тему. Было очень страшно. Я даже сейчас расскажу, да, почему. Потому что сидишь, разговариваешь с компьютером, да, как будто бы никого нет. Для меня это было как-то вообще прям... Не знаю, я думаю, а что если там что-то напишут, я буду отвлекаться и так далее. Я как делала? Я закрывала чат, который вот я в стране в чате, у меня листочком закрывала, чтобы никого там не видеть, не видеть то, что пишет. Это сейчас я могу нормально читать, нормально отвечать и никуда вообще не отвлекаться. Дальше. Я делала листочки маленькие, ребята, маленькие листочки, туда писала текст, там весь текст, что я должна была уже сказать. Целый блокнот у меня получился, я сидела, просто убирала листочек за листочком и читала вот это все. Ребят, это все приходит с опытом, и это круто, то, что я сейчас могу нормально вот так вот говорить вебинарно, сняться, да, и не теряться. Качество беседования для меня это тоже было страшно. Раньше мы работали по качеству беседования, да, созваниваться элементарно, совершенно с незнакомым человеком по скайпу, видеть человека, да, вот так вот вживую, для меня это было тоже очень тяжело, я кое-как себя переборола. Поэтому вот эти вот все личный бренд развивать и так далее, вот этому мы все обучаемся, мы здесь становимся классными лидерами, растем мы личностный рост у нас идет. Поэтому, ребят, это очень круто, все, кто сюда попал, это реально круто. Вот. Не дадут мне соврать те партнеры, которые уже давно в проекте. Если вы со мной согласны, поставьте, пожалуйста, плюсики, пускай видят то, что я говорю, не только просто, то, что сама думаю, что это реально так. Все мы здесь учимся всему, и это очень круто помогает даже в жизни. Ребят, поставьте плюсики, кто согласен со мной. Все, плюсики пошли, молодцы. Круто. Вот, поэтому вы теперь можете поверить в это.
Дальше. Дальше что нужно делать? Вот как я уже говорила, да, вы выбрали доход, который вам уже нужен будет, да, например, уровень бриллиантового директора, доход будет 800 тысяч. Пока вы будете идти к бриллиантовому директору, до этого вы становитесь менеджером, становитесь старшим менеджером, директором, главным директором, кассировым директором, бриллиантовым директором, да. Поэтому обязательно нужно составлять план. Сначала вы поставили себе планку бриллиантового директора. Это нужно для того, чтобы правильно построить уже свою структуру, свой бизнес, начать свою организацию, правильное построение. Дальше мы составляем план на директора. Когда, да, в какой потолок, в какое время вы будете делать директора. Это все составляется со спонсором обязательно. Дальше составляем план на каталог. Вот вы хотите директора сделать, например, через 2 месяца или через полгода. Вы же не будете здесь полгода и просто вот так сидеть и ждать, когда же у меня будет директор. Такого не будет. Нужно для этого делать какие-то действия. Поэтому мы составляем план на каталог. Например, вы пришли, на этот каталог поставили, например, план менеджера 90%. Конечно же, я ничего не говорю, что есть люди, которые за один потолок открывают директор. Такое тоже возможно, никто этого не запрещает. Пожалуйста, вы можете сделать директора за один потолок. Просто нужно верить и делать, ребят. Если ваш спонсор или если ваше окружение, например, да, которое уже здесь, росли до директора один год, это не означает, что вы тоже должны расти один год до директора. Нет. У каждого свой темп роста. Это тоже нужно понять обязательно. И не нужно своим новичкам, вот я говорю уже тем, кто партнеры, да, не нужно своим новичкам говорить, вот, давай вот мы тебе вот так сделаем, да, то, что ты там через год сделала директор или так, и так далее, и так далее. Нет, может быть, ваш новичок реально сделает за один потолок директора. Это нужно объяснить человеку, что это возможно, потому что есть уже план, как его можно сделать. Потому что компания настолько уникальная, то, что все расписано, есть маркетинг-план, есть пошаговые действия от наших спонсоров, да, есть обучение. Если человек активно целеустремленный, безбашенный, да, он сделает это здание за один каталог. Дальше составляем план на каталог, составляем план на каждую неделю, что вы должны делать, и составляем план на каждый день. Это, ребята, обязательно. Не только новичкам, это нужно делать всем, потому что по плану вы намного больше сделаете, чем без плана. Если у вас нет плана на каждый день, у вас целый день пройдет, вы ничего не сделаете. Если у вас расписано, что вы должны сделать, вы будете ставить просто плюсики и очень быстро выполните все пункты, которые вы должны сделать. Дальше. Задача новичков. Что нужно делать? Самое первое – ЛТО. Почему-то многие люди боятся слова ЛТО – лишний товарооборот. Ребят, здесь нужно, конечно же, понять то, что вы пришли строить свой бизнес. Да? Элементарно можно сделать сравнение с традиционным бизнесом. Например, вы открыли свой магазин продуктовый. У вас дома закончилось молоко или хлеб. Куда вы пойдете? Супермаркет, соседский магазин или же в свой магазин пойдете. Конечно же, многие со мной согласятся, что вы пойдете в свой магазин, да, покупать для себя продукты. Здесь то же самое. У вас свой бизнес, где есть средства личной гигиены, для здорового питания есть продукты и так далее, да. Обязательно нужно поменять свой обычный магазин на свой интернет-магазин. Это не означает, что вы должны сейчас же, вот новичок пришел, так, ребята, у всех плохо слышно, да, напишите, пожалуйста. Или только у Ольги плохо слышно? Ребята, напишите, пожалуйста, меня слышно или плохо слышно? Все хорошо. Напишите Оле, пожалуйста, чтобы она перезашла. Так, ЛТО, да, это не означает, что новичок пришел, и он должен поменять свой магазин. Это не означает, что вы должны нести свою ванную комнату, да, взять отсюда все, что у вас есть, выкинуть мусорку и начать
здесь уже покупать. Нет, ребят, такого делать не надо. Слышно, но ко мне. Сейчас поближе сяду. Может быть, будет нормально. Все, спасибо, ребятки, что пишете. Вы должны постепенно переходить, да? Обязательно нужно научиться делать ЛПО. Это несложно. Даже если у вас нет денег, это сейчас касается новичков, есть очень много способов научиться его делать. Потому что у вас есть родственники, у вас есть мама, семья, мама, да, есть знакомые, близкие, да, если вы открываете, например, магазин одежды, вы же будете говорить своим знакомым, да, чтобы они покупали у вас для себя одежду. Здесь то же самое, да. Те люди, которые не придут к вам в бизнес, они могут покупать у вас какие-то ваши продукты, тем самым помогая вам делать ЛПО. В этом ничего сложного нет. Поэтому не нужно пугаться этого слова ЛПО. Если вы хотите расти, с этой задачей можно справиться. И нужно справиться. Дальше пишем список знакомых. Когда говорят, что нужно написать список знакомых, значит, нужно написать его, а не просто в голове прокрутить, да, то, что я же всех своих знакомых знаю, зачем мне статистику. Сказали мне статистику знакомых, значит, мы пишем. Для чего? Потому что сразу же всех своих знакомых вы все равно не вспомните, и каждый день вы будете дополнять этот список. Плюс вы можете еще рядышком потом ставить галочки или плюсики, да, то, что кому было бы написано. Ребят, ни за кого не решаем при составлении списка. Да, то, что этому надо, этому не надо, этот не будет работать, этот будет работать и так далее. Ни за кого не решаем. Пишем все, предлагаем все. Потому что деньги нужны всем. Просто нужно правильно объяснить им презентацию бизнеса и правильно приглашать. Список желаний. Когда говоришь человеку список желаний, почему-то люди начинают смеяться, да, особенно, ну, новички. У меня у самой такое было, и я не умела писать список желаний. Я написала список желаний буквально из 7-8 пунктов. Это и то было уже не список желаний, а мои планы. То, что я должна в ближайшее время сделать. Купить ребенку велосипед, купить там люстру и так далее. Вот такие были. Хотя я их уже планировала, то, что я их куплю, я бы все равно купила. А то, что желания такого у меня не было. Никогда не могла думать, что я могу там, например, себе написать, что я хочу машину за 2 миллиона, то, что я хочу дом за 7 миллионов и так далее. Такого у меня не было изначально. Это сейчас, да, есть, когда я уже увидела масштаб бизнеса, масштаб компании. Я сейчас могу себе написать такой список желаний. Но желательно это написать изначально, верить в это и идти именно к этому. Список желаний вам будет помогать именно в те моменты, когда у вас, не дай бог, что-то не будет случаться, или вам просто лень, например, говорит, вот вам день сегодня что-то взять, почитать, вам день сегодня зайти на вебинар, вам день сегодня кому-то написать, вам вообще лень что-то делать. У вас должен быть список желаний, для чего вы сюда пришли. Те люди сюда приходят для чего-то, да, кто-то что-то хочет именно от жизни, кто-то что-то хочет поменять в своей жизни. Вот в такие моменты, чтобы вы открыли свой список желаний, да, и себе сказали, я же хотела этого, да, почему я сдаюсь теперь, почему мне лень это делать. Для этого нужен список желаний. Ребята, обязательно пишите свой список желаний. Пускай даже для начала он будет небольшой, но пускай он будет, пускай хотя бы одна большая мечта будет. Дальше, обучение. Как я уже сказала, обучение самое важное у нас, потому что направление новое. Вы раньше никогда не занимались таким бизнесом, поэтому нужно всему обучаться. Вы не можете, например, стать врачом просто из-за того, что вы захотели. Вам нужно учиться, не обучаться, а учиться на врача, да? Также учителем вы не можете быть просто пойти и стать учителем. Даже уборщицу сейчас невозможно просто идти и устроиться на работу, потому что сейчас руками не моют полы. Ребят, вот это вы должны понимать, что обучение у нас очень важный пункт. Если вы хотите здесь добиться больших результатов, то вы должны проходить это обучение.
как бы вам лень не было. Многие говорят, о, так много информации. Вначале, да, вначале информации много. Почему? Потому что направление новое. Потом, когда вы будете это все уже знать, вы будете просто уже пополнять свои знания. Но вначале нужно проходить обучение и сразу же параллельно начать делать. Для чего? Потому что в самом начале вам во всем помогает ваш спонсор. Сейчас, наверное, многие, может быть, ругают меня, да, но на самом деле это так. Презентация бизнеса, да, если вам нужно провести своему знакомому, созвон со своим знакомым, презентация бизнеса по телефону, проводит вам ваш спонсор, да. Помогает вам, дает информацию, направляет вам ваш спонсор. Надеюсь, все так делают, и сейчас никто не будет ругаться. То, что я вот это вот сказала, да? Ребят, вот пока вы вот это вот все будете делать и обучаться, половина работы за вас будет делать спонсор. Он не будет вам искать людей, он не будет вам делать ваш угол, он не будет за вас обучаться, но он вам будет помогать. Ребят, вот в этом большой плюс нашего бизнеса. Ни на какой наемной работе, если вы подойдете к вашему директору, генеральному директору или начальнику и скажете, научи-ка меня всему, что ты знаешь, я тоже хочу стать начальником и сесть на свое место, он уволит вас на следующий же день, потому что он испугается, потому что не бывает на работе много начальников. Здесь у нас, в нашем бизнесе, все желающие могут стать директорами, все желающие могут стать президентами. Никто никому не мешает. Вот это тоже должны понять. Рекрутинг. Кто еще не знает, что такое рекрутинг? Рекрутинг – это приглашение людей в бизнес. Да? Вы их приглашаете работать не на себя. Вы людям предлагаете возможность изменить их жизнь. Вы вот это тоже должны понимать, да, то, что не искать людей ради того, чтобы заработать самим, а именно вы должны искать людей таким образом, то, что вот прям вот сидите и думать, вот сейчас вот он придет, он выйдет на директора, у него жизнь изменится, у него какая-то мечта осуществится, да, у него там, например, кредит закроется, он сможет наконец-то купить себе машину, квартиру, поехать отдыхать с семьей и так далее. Вот если вы с таким намерением будете предлагать людям, да, то, что вы хотите им помочь тоже. Вот вы узнали о возможностях, о таких возможностях, да, крутых вы узнали. Конечно же, нужно этим поделиться со своими знакомыми. Вы же желаете им добра, чтобы у них тоже все в жизни было хорошо. Вот именно вот так вот нужно приглашать людей. Если вы нашли вклад какой-то, да, вы же не побежите на улицу раздавать всем вот эти вот деньги. Вы, конечно же, поделитесь со своими знакомыми, близкими, родными. Здесь то же самое. Вы узнали ценную информацию, да, о том, что можно зарабатывать такие деньги, о том, что можно изменить свою жизнь, можно изменить свою стиль жизни, да, чтобы у человека было время на семью, на детей и так далее, при всем при этом хорошо зарабатывать и хорошо жить. Конечно же, этим охота поделиться. Этим охота поделиться не только с близкими, родными, с знакомыми, этим охота реально поделиться со всеми, чтобы все об этом знали, чтобы никто не нуждался ни в чем. Я не говорю, что сейчас вот все вот так вот просто придут и начнут зарабатывать. Нет, ребят, этому тоже должны быть готовы. То, что нам все равно нужны врачи, нам все равно нужны учителя, нам нужны уборщики, нам нужны дворники, нам нужны полицейские и так далее. Эти все люди тоже нужны. Вы об этом тоже должны знать, да, то, что у каждого свой выбор в этой жизни. Не все будут предпринимателями и не все будут хорошо жить, как бы вам этого не хотелось. Главная ваша задача – рассказать. Дальше уже выбор за человека. Хочет он поменять что-то в жизни или же не хочет. Ребят, пишите что-нибудь в чате, чтобы я понимала, слышно вам или не слышно. Хорошо, я буду заглядывать сюда. Так, ЛТО. Про ЛТО я уже рассказала. Я же говорила, что слайды у меня просто, не дай бог, чтобы это не забыть ничего. Так, поэтому не буду повторяться. Вот, здесь вот единственное, можно еще сказать, да, если вы сами не научитесь делать ЛТО,
то как вы будете учить других людей, своих партнеров делать то, кого? Ребят, это мы можем научиться. Наш бизнес – бизнес дублицирования. Вы должны знать продукт. Если вы сами не будете пользоваться, вы не будете знать продукт, да? Обязательно нужно изучить продукты угла. Мы смотрим продуктовые вебинары. Обязательно же вы для себя что-либо выберете, потому что компания более 1500 наименований. Я никогда не поверю, что вам ничего не подходит именно в этой компании. Я сейчас не говорю то, что вы сейчас купите какой-то шампунь самый дешевенький, да, и он вам понравится. Нет. Вы должны для себя найти то, что вам подходит. Я никогда не поверю то, что вы пошли в магазин, что-то купили и всю жизнь пользуетесь только им. Нет. Вы точно так же в магазине каждый раз это одно пробуете, да, потом находите то, что вам подходит, и уже переходите на эту линию. Здесь то же самое, ребят. Вы должны найти то, что вам подходит. Есть у нас продукты на любой кошелек. Это тоже меня не надо забывать, да? Если вам ничего не подходит из косметики или из средств личной гигиены, пожалуйста, пейте витамины. Витамины у нас классные, женский стандарт. Изучите именно продукт Wellness, тогда у вас не будет никаких проблем ни со здоровьем, ни с бизнесом. Не буду останавливаться больше на этого. Так, дальше. Все вы, наверное, уже знаете, да, то, что нужно сделать 50 баллов. Сейчас тоже расскажу. Если даже новички еще не знают об этом, потом поговорите со своим спонсором, они вам обязательно еще раз объяснят именно этот пункт. Для чего нужно делать уголовку 50 баллов? Если у вас нет возможности, как я уже сказала, этому можно научиться. Очень много топовых лидеров, которые сейчас бриллиантовые исполнительные директора, у них, когда они пришли в бизнес, не было даже денег ни на суши, ни на что-то другое, да. Ну, просто денег не было у них здесь. Они поэтому пришли зарабатывать, они научились делать УФО 150 баллов. Поэтому, ребят, не нужно бояться этого слова. Так, для чего мы делаем? Потому что, во-первых, это условие компании для начисления зарплаты. Да? Я еще здесь могу добавить, если бы не было условия компании, да, то, что это не должно быть 50 баллов, например, не было бы никакого бизнеса. Почему? Объясняю. Например, в один месяц у всех закончился шампунь, и все купили шампунь. В следующий месяц никому ничего не надо. Все, в один месяц у вас бизнес идет, в другой месяц не идет. Для этого есть условия компании. Этому нужно радоваться, потому что без условия вот этих, да, не было бы никакого бизнеса. Дальше. Задайте себе еще другой вопрос. Не зря именно есть такая условность, 150 баллов. Его ни с неба взяли. Он рассчитан по всем странам по-разному. Да, вот для нашей страны, например, это вот, ну, 5-6 тысяч, 150 баллов. Это средняя трата нормальных семей, которые живут нормально, которые покупают витамины, которые моются, чистят зубы, красятся, ухаживают за собой и так далее. Это вот из этих вот именно пунктов составлен вот этот план. Если у кого-то нет возможности начать делать 150 баллов, задайте себе вопрос, как бы сейчас обидно для кого-то не звучало. Я помню, не помню от кого именно, но я помню, я это слышала то ли на вебинаре, то ли на каком-то выступлении на встрече. Если у вас нет даже денег жить как нормальный человек, пить витамины и покупать для себя нормальные продукты, бесплатные гигиены и так далее, вам тем более здесь нужно работать, ребят, и не нужно бежать от этого. Вы просто должны задуматься об этом, да, то, что кто-то может себе позволить вот так тратить на свою семью, на свое здоровье, да, а вы не можете. Вот, спасибо большое. Вот, знаешь, Василий так говорит, да, ребят, ну это реально так, просто вот задумайтесь об этом. Я сейчас не хочу никого обидеть. У меня у самой тоже изначально были вот такие глаза, когда я узнала об этом, да. Я просто не знала, что можно купить. Я как привыкла. Я когда была студенткой, студентские, ну, девочки садились с каталогом. Да, я оттуда что-то заказывала для себя.
И кроме вот косметики я ничего не видела, ну вот именно в компании Oriflame, да. А здесь, когда пришла в бизнес, оказывается, есть витамины, оказывается, есть зубная паста, оказывается, есть мыло, да. И вот вы тоже обратите внимание, если вы сами посчитаете, сколько вы тратите в обычном магазине, вы удивитесь, вы там даже намного больше тратите, потому что здесь огромные у нас скидки и огромные плюсы. Дальше, да, это очень помогает быстро расти. Если, например, посмотреть таблицы, да, посмотрите, вот элементарно возьмем 15%, да, если у вас человек делает 50 баллов, вам надо 60 человек, чтобы выйти на 15%. Если же он делает, например, 150 баллов, вам нужно всего лишь 20 человек. 22%. Если человек делает 50 баллов, вам надо 150 человек. Если 150 баллов, то вам надо только 50 человек. Вот эти таблицы обязательно изучите и посмотрите, что же выгодно. Если вы сами научитесь делать 150 баллов, вы научитесь своих людей это делать. Если вы сами не умеете, вы не научите никого другого, и бизнес тоже строить не научите никого. Ребят, я не говорю, что вы должны все сделать после своих денег, да, и то, что вы даже не знаете. Этому можно научиться. Для этого есть спонсор, который вас научит. Если нет у вас денег для себя покупать, значит, нужно научиться делать вот его по-другому. Дальше. Со знакомым, да, про что я говорила. Почему нужно именно начать со знакомых? Есть многие люди, которые говорят, я не буду писать своим знакомым. У всех, наверное, был хотя бы один новичок, который говорил так. Сейчас я вам скажу, почему же нужно приглашать знакомых. Потому что рекрутинг на теплом рынке – это 90% вашего успеха. Знакомые вам больше верят, чем незнакомый человек. Потому что знакомый ваш вас знает, да? Он знает то, что вы ерунду не вляпаете, что вы ерундой не будете заниматься, да? И поэтому со списком знакомым работать нужно обязательно. Если вы не работаете со списком знакомым, значит, вы сами не уверены в себе, вы не уверены в бизнесе, да? И вы вообще не уверены, что вы сюда пришли надолго. И вам списком писать своим знакомым, а вдруг я уйду через 2 месяца, например, да? Чтобы такого не было, вот именно из этих аспектов и вычисляется лидер, который приходит работать именно в компании «Следствие бизнес». Если вы делаете все так, как говорит вам ваш спонсор, значит, вы вырастите, да, и если вы будете спонсором. И спонсор тоже делает выводы, да, на кого именно обращать внимание. Список желаний, для чего он тоже нужен. Я уже говорила, да, потому что если у вас нет мечты, у вас не будет цели. Если нет цели, вы не можете поставить себе план. Если нет никаких планов и целей, вы не будете ничего делать. И не будет никакого результата. Это тоже нужно понять, на это не буду останавливаться, да. Дальше. Действия, да, которые я уже сказала. ЛТО. Мы, конечно же, делаем не каждый день, да, но он все равно пускай будет. ЛТО. Мы научились делать, да. Каждый день мы обучаемся, каждый день мы рекрутируем. Каждый день мы на связи со спонсором. Я своим даже новичкам говорю, хоть ночью звони, если у тебя есть какой-то вопрос. Если даже я не ответил, напиши мне голосовой, пока ты не забыл, о чем ты хотел спросить. Я с вами решаю. Личный бренд нужно развивать. Не сразу же там, конечно, написать у себя на странице, я начала заниматься рекламой, студенческой там нет, не так. Личный бренд – это тема отдельная, сейчас на этом не буду останавливаться, поэтому вы пойдете вместе со спонсором, и он вам скажет, как его начать, как его продолжить, и как его сделать грамотно. Позитив. Всегда нужно позитивно мыслить, да? Если вы будете сидеть и думать, что ой, здесь так тяжело, ой, так много информации, я, наверное, не смогу, наверное, ко мне никто не придет и так далее. Не придут, и ничего не получится, если вы так будете думать. Настройтесь сразу же на результат. Будьте уверены в себе и всегда позитивными надо быть. Ежедневные действия по плану. Каждый день обязательно по плану действий. Как я уже говорила, план у вас должен быть расписан. У меня у самой обычно сейчас нету рядом 12-листовая тетрадь. У меня есть ежедневник. Когда я пишу, конечно, все, да.
Но есть еще на каждый каталог зелененькая тетрадь, у нас есть слово. Сюда я все пишу. Кому на какой уровень нужно помочь выйти, кому что нужно давать, кому это, я вот сюда все себе пишу. Каталог закончится, выкидываю, беру другой тетрадь. Это очень удобно, это я тоже взяла у Рублевых взяла, когда они выступали, приезжали к нам в Москву. Они там делают, я тоже попробовала, мне понравилось. На самом деле идея очень удобная. Дальше идем. Так, бриллиантовый директор. Если раньше говорили, да, то, что директор это круто, да, золотой директор, там и так далее. Да, минимум нужно поставить себе, конечно же, золотого директора. Это минимум, ребят. Если вы будете ставить только директора, вы будете только директором. И это на самом деле несерьезный настрой, да, потому что, как мы говорим, мы сюда пришли помочь себе в первую очередь, ну и помогать другим людям. Если вы ставите себе цель директора, значит, вы никому не будете помогать выйти на уровень директора, да. Поэтому хотя бы ставим уровень золотого директора, но желательно бриллиантового директора, потому что бриллиантовый директор сейчас... Ну, сейчас это круто, и все делают. Если раньше это было тяжело делать, сейчас нет. Сейчас все доступно, все есть, все через интернет, все через телефон. Телефон есть уже у маленьких детей даже, сидят в интернете. Поэтому здесь сейчас удобно, именно мобильный канал удобно, потому что все можно через интернет. Поэтому обязательно ставим бриллиантового директора, его несложно делать. Какую цель себе поставить, то и сделать, ребят. Об этом тоже... Не забудьте. Здесь вот еще хочу рассказать, да, сложности будут сегодня, задачи будут сегодня, трудности будут, ребят, сегодня. Это я не говорю, то, что здесь тяжело так работать, да, то, что ты не справишься. Справишься все, кто хочет. Сложности в чем? То, что новое направление, задачи сегодня, новые задачи, которые вы не привыкли делать раньше. Трудности сегодня, да, то, что нужно побольше времени уделять, например, обучению, изучить информацию и включиться в бизнес. С этим вы столкнетесь сегодня, но потом вы получите. Потом ваш потом зависит только от вас. Через месяц, через полгода, через год, через 5 лет. Это тоже зависит от вас. У вас будет доход, который вы хотите. У вас будет счастливая жизнь, у вас будет путешествие, автомобиль, какой вы хотите, да, признание, свобода. Ребят, это все будет. Главное в это верить и нужно делать обязательно. Что-то я слишком много говорю, по-моему. Так, в этом все понятно, да, ребят? Обязательно ставьте фокус на бриллиантового директора. Минимум бриллиантового директора. Дальше. Вот эту статистику наверняка уже вы все знаете, да? Средняя зарплата золотого директора, ну, 60 тысяч рублей. Ну, это примерно я беру. Кто-то на золотом директоре зарабатывает, и 100 тысяч зарабатывает, да, кто-то меньше зарабатывает, ну, смотря кто как работает. Выплаты 17 раз в год. Итого 1 000 000 рублей в год. Человеку на наемном труде со средней зарплатой, да, 25 тысяч рублей, понадобится 3 года, чтобы заработать такие деньги. Каждый, кто сейчас работает на наемной работе или совмещает на наемную работу с бизнесом, посчитайте свою зарплату, кто сколько получает. Вы очень сильно удивитесь. Посчитайте квартиру, какую хотите, машину, какую хотите, да, и сколько раз в год хотите отдыхать. Выписывайте вот это все, сколько вам нужно денег. И посчитайте свою зарплату, сколько вам нужно работать и сколько вам нужно откладывать, чтобы успеть вот это за всю свою жизнь уже купить. Здесь у нас возможность, как я уже сказала, очень хорошая. И это реально все сделать, реально осуществить любую мечту, что бы ты там ни хотел. Средняя зарплата бриллиантового директора 30 тысяч. Выплаты 17 раз в год. Итого 5 миллионов в год. Человеку на наемном труде со средней зарплатой 25 тысяч понадобится 17 лет. Исполнительный директор в компании в год получает как средний человек за 50 лет. Это только дошли мы до исполнительного директора. Карьерная лестница еще есть выше, намного выше есть. Поэтому вот это нужно посчитать себе. Обязательно. Нужно посчитать своему новичку и нужно это еще показать
своим близким помогут от этой помощи, что вам просто не верят. Это реально все, да, у всех есть документы, мы получаем зарплату здесь на расчетный счет, никаких обманов нет, это все реально можно показать человеку, который, например, не верит. Дальше. Сейчас для новичков, да, очень крутая возможность, не только для новичков, для менеджеров, да, те, кто еще не дошел до 22%. У нас начался турброс. Это очень круто, ребят, потому что кроме зарплаты до уровня директора вы еще получаете премии. Раньше мы получали премии только, ну, когда я пришла. Потом еще было в одно время, по-моему, турброс. Нет, адреналин был тогда, не турброс. Вот. Я получила премию только на уровне директора, когда я его закрыла. Сейчас менеджеры, 9% уже начинают получать премии. И премии, в принципе, тоже очень хорошие. Вы до уровня директора премию не только можете собрать 40 тысяч рублей, кроме зарплаты. Еще одна большая прям этот радость такая. Я когда об этом узнала, я визжала дома, потому что мне реально охота было, чтобы вот сейчас вот все мои партнеры, которые у меня есть, да, чтобы они успели забрать вот эту премию. Я сидела и думала, блин, это же так круто, вот самой охота было даже вот начать только сейчас сделать директора и получить эту премию. Ребят, это реально такая вот классная возможность получить двойную премию. Новички, которые вы не знаете еще об этом, обязательно тоже поговорите со своим спонсором. Как я уже сказала, это ваш бизнес, не вашего спонсора, поэтому если вам спонсор что-то не сказал, или вы сами не пишете спонсору, значит, возможно, спонсор вам тоже ничего не пишет. Сами спрашивайте все, сами задавайте вопросы обязательно своим спонсорам. Обязательно нужно всем сейчас, кто здесь сидит, новичкам, да, и те, кто придут, обязательно вам нужно получить эту премию. Ну, это реально круто, ребят. $2000 обычно премии получают золотые директора, когда выбирают. А здесь уровень директора уже такая премия. Это очень круто. Дальше. Вот здесь вот маленькая табличка. Может, вот кому-то не видно, можете поближе посмотреть. Если расти даже по такому темпу, я сейчас скажу, что это не такой быстрый темп, как казалось бы, да, то что за один год сделать директор, открыть директора и закрыть директора. Ребят, реально один год, да, это большой срок на самом деле. Вы можете заработать уже на этом пути, смотрите, из того, сколько денег, да, зарплатами своими. Вот внизу самая последняя точка – это зарплата, которую вы примерно можете получить на каком-то уровне, да. И предпоследняя точка – это премия до уровня менеджера, старшего менеджера. Дальше. Если все эти вот доходы ваши посчитать, у вас получается 317 тысяч в год, плюс $2000 премия, плюс автобонус еще у вас появится. Ребят, посмотрите, за год уже можно заработать такие деньги. Обязательно тоже вот, ну, именно вот придерживайтесь хотя бы вот этого плана. Если вы не хотите прям так быстро-быстро расти и выйти на директор, например, за 2-3 месяца, вот, пожалуйста, растите вот по этому плану. Это прям очень такой оптимальный вариант построения бизнеса. Любой человек при желании это может сделать. Обязательно посмотрите вот этот отрывок. Поговорите со своим спонсором, поставьте себе план, и обязательно все получится. Главное, идет. Ребят, почти час уже болтаю. Извините, пожалуйста, что я вас задержала. У меня, в принципе, на этом все, по-моему. Да, у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, пишите, обязательно отвечу. Если нет вопросов, то будем прощаться. Надеюсь, была полезна. У матросов нет вопросов, да? Все, ребят, спасибо вам большое, что зашли на вебинар, что послушали меня. Всем желаю успехов, всем достичь тех результатов, которые вы поставили себе, да? Обязательно все получится. Главное верить, делать и доставать своего спонсора. Всем пока-пока.